Что может потерять женщина, потерявшая уже абсолютно все, даже веру в людей? Таких обманутых собралось целых 3, и они окажут поддержку друг другу. Ведь цель преследует одну и ту же – отомстить мошеннику и аферисту Игорю обманом, выудившего их сбережения. Но самое главное – сыгравшим на самом дорогом, что есть у девушек, на их чувствах. Многим интересно, что будет дальше с девушками и какие приключения и трудности им предстоит преодолеть. Потому мы ответим, когда выйдет продолжение полюбившейся картины. Премьера 2-го сезона сериала «За счастьем» ожидается не раньше весны 2022 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.